Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. В первую очередь хочу сказать спасибо ребятам, которые обратили внимание на баг. Вкратце, на протяжении всей недели вы могли выполнять задания предыдущих форзафонов. На данный момент я не могу отследить, пофиксили баг или нет. Так что, ребята, кто в курсе, пожалуйста, напишите в комментариях, я прикреплю его. Ну а теперь переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 50 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам нужно найти абсолютно любую гонку и завершить ее. За второе испытание можно получить 35 тысяч опыта. Но чтобы его выполнить, вам нужно продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. Но засчитывается эта техника при обгоне соперника в гонке. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам потребуется Nissan GT-R Horizon Edition. Далее вам понадобится зайти в сетевое приключение, выбрать интересующий тип заездов и выбрать класс автомобиля, в котором находится ваш Nissan GT-R. Но потребуется от вас полностью завершить сетевое приключение. Насколько я знаю, засчитывается оно после прохождения всех 4 гонок. Для последнего испытания вам понадобится любая дрифт-зона. Ну а нужно всего лишь получить 3 звезды за эту дрифт-зону. Выбирайте с минимальным количеством для 3 звезд и отключайте ПБС. Ну а приз за последнее испытание — это Nissan GT-R Black Edition с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 18 или 19 мая. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!